Привет, друзья! Сегодня нахожусь в Москве на Лиственничной аллее. Ни хрена не выспался, но это будет отмазка, если у меня что-то пойдет не так. Реально до хрена народу сегодня. Я первый раз на таком массовом суточном забеге. Человек 70, наверное, точно есть. Ух, ну будет весело, будет интересно. 8, давай, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мы побежали. Тихонечко, не торопясь, лениво. Но вперед, вперед, вперед! Да? Ура! Егор, здорово! Здорово! С Тритона не виделись. Еще увидимся? Да. На одних же стартах бегаем. Счастливо, друзья! Мы вернемся! Ну что, друзья? Прошло 4 часа 20 минут. За 4 часа 20 минут я пробежал марафон. Вот. Первая трудность возникла. Жарко. Летняя жара. Хоть мы тут и в тенечке, конечно, но все равно жарко. Жарко. Поэтому вот. Уже чуть-чуть стало потяжелее, чем в самом начале. Но пока будем терпеть. Обязательно будем терпеть. Будем держаться. В общем, марафон пробежал. Бегу дальше. Двигаюсь вперед. О, ребята. Прошло уже больше 6 часов. Где-то 6,5. Может даже почти 7. Я просто уже потерялся во времени. Очень тяжело, очень жарко. Пробежал почти 65 километров. Почти. Еле ползу, я не знаю. Традиционно сложно для меня. Сложно эта трасса, Лиственничная аллея. А для тебя сложная Привет. Трасса? Нормальная трасса, нормально. Я привык к ней. Мне очень много раз. Тяжело. Сейчас сколько времени все-таки? Скажи нам. 7 есть? 7 часов нет, конечно. 6 часов 45 минут пробежим. Ага. Я пробежал 68 километров с половиной. Ну вот. Ну нормально. У меня пульс сейчас 132. Пульс понизился, вообще бежал на пульсе 135-140. Сейчас 132, но темп немножко снизился. Ну, нормально. Самая гонка начнется через часа 3-4. Когда жара спадет? Нет, когда просто уже все устанут. После 12 ночи это вот самое рубилово начнется. Сейчас такая, пока что веселуха, пока отдыхаем. Понятно. Мы же это для людей делаем, правильно? Конечно, чтобы они знали, что ничего сложного. Можно, вот, можно. Вот, правда, ходит, Андрей, как тебе? Отлично. Вот, тоже, ему тоже хорошо. Если что, можно всегда на шаг перейти, не проблема. Ну, да, тут сойти сложно, как бы, тут даже если уйдешь, не сойдешь. Результат запишут. Да можно два шага сделать, потом лечь и пролежать сутки, и все, и ты суточник. Всего лишь. Ура, ура. Ну, лучше сотку все-таки. Нет, сотку минимум. Если, ребята, если вы выходите на сотку, вернее, выходите на сутки, то минимум сотку вы должны все равно сделать. Однозначно. Иначе не серьезно. Да. Подтверждаешь? Хорошо, я согласен. Согласен. Все. Не, ну это минимум. Но лучше 200. Лучше 200. Мы... 200 лучше. Да. 200 лучше, но... 220 в розетке. Ни разу 200 не делал, ни разу. Ладно, все. Впереди. Все впереди. Двигаемся дальше. Да, двигаемся. Двигаемся вперед. Удачи. Удачи. Так, ребята, 80 километров за 8 часов 45 минут. Не очень быстро, не очень медленно. Очень тяжело. В этот раз очень тяжело по-прежнему. Жара прям убивает. Ну, фиг делать. Да ведь, куда деваться? Будем двигаться? Я так думаю. Будем двигаться вперед. Все хорошо, ребята. Ирина Масанова с нами.
Мне вообще повезло, что она сегодня здесь бежит. Я очень рад. Вообще. Это вышло случайно. Я, ребята, вы не знаете, я же ее фанат. Да. Просто вот серьезно, кто не знает, это человек железной воли. Еще посмотрим. Только 8.46 пробежали. Еще только 8.46, но уже. Ого-го. План 210. Да. А 210 это что, мастер? Да. Я просто не знаю, я обычно говорю. Да. Желаю победы. Спасибо. Все получится. О, а я надеюсь, что выживу. Ух, 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 ребята, как за ней бежать? Просто я не могу такой темп держать. Это ужас. Бывают же такие люди. Мощные. Все, продолжаю двигаться. Сейчас цель до 100 километров нам доползти. Я думаю, что доползем. Наверное. Может быть, когда-нибудь. Привет. Главное не сдаваться. Главное не сдаваться. А, ребят, лиственничная аллея. Вот она так выглядит. Пока еще светло. Давай еще раз приветик. Приветик. Пока еще светло. Это вот лиственничная аллея. О, хорошо, что солнце ушло. Я надеюсь, что жары больше пока не будет. Ну, если только утром. Да по-любому не будет. Привет. Привет. Все, бегу дальше. То разболтался совсем. Хватит отдыхать. Пора двигаться вперед. Вперед! Ой, как тяжело. Уже стемнело, ребята, и у меня две новости. Одна плохая, вторая хорошая. Как обычно, по закону жанра. В общем, хорошая новость. 100 километров позади. 11 часов 20 минут. Соточка есть, соточка наша. Ее у нас никто не заберет. Вот, другой вопрос. Теперь плохая новость. Плохая мне хреново. Ребят, реально хреново, тяжело. Вот. Так что, скорее всего, хорошего результата уже не будет. Вот. Ходить еще, может быть, могу медленно, бежать не бежится. Уже шагобег. Ну, похожу маленько. Маленько похожу, попробую расходиться, если получится. Если получится, то побегу. Если не получится, буду ходить, ну, куда деваться. Или вообще уйду спать. Может, даже сойду. Все меня поддерживают. Еще бы самому держаться. В общем, вот, как-то так. Пока соточка. Итак, друзья, 116 километров. И все. И меня больше не могу, меня поставило. Я сейчас валялся минут 20, встать не мог. Короче, капец. Евгений Макаров. Тоже видеоблогер, но вы знаете, наверное, его. Сегодня здесь вообще все собрались. Все, кому не лень. Вся Россия. От Владивостока до Калининграда. Да, ну, Женя-то хорошо, кстати, бежит. В отличие от меня. И что, сейчас разойдешь? Сколько уже сделал? А, 120. 120! Офигеть, 120. Ну, и еще двигается, ничего себе, хорошо. Фух, молодец. А тут борщ заряжающий. Борщ? Вообще от нас. Специально борщ с энергетиками. Точно? Абсолютно. Слушайте, борщ просто восхитительный. Ребята, я сейчас попробую борщ. Вот попробую борщ. Мимо борща прошел. А тут вот, видишь, пай. Ну все, все. Ладно, удачи. Удачи, пока. Пацаны. Удачи. Они ушли в ночь, а я буду дальше пока бродить. С самого начала очень тяжело было, прям со старта. Терпел. Плохо, ноги не идут. Двигаюсь дальше, но не знаю как. Вот и все, друзья. На этом моя съемка
закончилась. На этом я перестал снимать. Почему? Потому что было очень реально, очень тяжело. И реально уже, простите, но было уже не до съемок. Нужно было бороться с самим собой, заставлять себя бежать. Я принял решение дальше не снимать. Дальше я просто набегивал свою цель. Цель была 190 километров сделать, обязательно надо было. Вот. Я бежал, я двигался, я заставлял себя. Причем там такой момент, что нельзя было ходить пешком. Нужно было медленно, но бежать, обязательно бежать, иначе я бы не успел 190 километров набегать. Почему 190? Кто не знает, 190 это норматив первого разряда. Поэтому 190. Вот. В итоге, прибавляя понемножку, по 5, по 10 километров, понемножку, но все-таки все получилось. В конце даже немножко ускорился. 190 километров я набегал, получается, за 23 часа 10 минут, что-то такое, или 23:15. В общем, я успел, и я набегал в итоге 192, и все. Было очень тяжело, реально было очень тяжело. Но слишком много было поставлено именно на это соревнование. То есть очень-очень была большая подготовка. Можно сказать, что после Эльтона я именно готовился именно к Кубку России. Именно после Эльтона началась подготовка. Потому что Эльтон показал, что я ни хрена не готов бегать длинные дистанции. Вот. И там действительно после Эльтона у меня начались более серьезные объемы. Но кто следит за мной в Страве, все видели, ребята, что 150-200 я старался набегать. Вот. И плюс к тому, что было, не знаю, был взят, наверное, уже последний кредит. Я уже не знаю, куда занимать. Очень много назанимал. Вот. Если бы я здесь не смог бы пробежать 190, то я не знаю, когда бы я еще смог выступить на подобных соревнованиях, потому что, если честно, денег ездить уже нету просто, и надо уже начинать, наверное, мне все-таки работать и начинать расплачиваться с долгами. Вот. Ну, в принципе, даже можно сказать, что этот год, этот сезон уже удачный получился, поскольку вот 190 километров, это великая цель, и она осуществилась. Вот. Все. В общем, все сделано. Значит, за все это нам с вами дали вот такую вот статуэтку. За второе место среди мужчин. В категории 18-39. Это за самопреодоление. Там был двойной зачет, то есть был кубок, и было еще соревнование самопреодоления. Так вот, я участвовал и там, и там. Вот за соревнование самопреодоления мне дали вот такую вот штуку. Мог бы, кстати, получить за первое место. За первое место, если бы не затупил. В плане того, что я бежал именно на 190, и когда пробежал 190, я остановился, я просто сел. И сидел, ждал, пока закончится время. То есть, если бы я после того, как пробежал бы 192, получается, после того, как набежал бы, то, что мне надо было набежать, если бы я даже просто бы ходил, я бы занял бы первое место, ребят. Просто вот тут я затупил. Тут я действительно затупил, мог бы быть первым. Там разница небольшая, там буквально разница 1,5 километра. То есть, даже сохраняя отрыв, я был бы первым, но, как бы, ладно. Вот, диплом у меня, ух, когда еще будут такие результаты? А сейчас придется дальше тренироваться.
Чтобы улучшить. Вот сейчас личник у меня 192 километра. 111 метров, значит. Награждается желтый Швейгор. С результатом 192 километра, 111 метров. В соревнованиях по суточному бегу. Город Москва, 18-19 августа. Вот такой вот диплом у меня есть, на котором написан мой результат. Пока это мое наивысшее достижение в суточном беге. Я надеюсь, пока. Ну и медаль. Самопреодоление за выполнение норматива первого разряда суточный бег. Видно? Ух, я надеюсь, что видно. В общем, норматив первого разряда взят. И ни хрена это нелегко. Тем более, когда делаешь это первый раз. Но прошу еще раз простить. Просто было очень тяжело, было не до съемок. Я буквально ломался. Я ломал себя. Было очень тяжело. Шел на волевых, шел на эмоциях. Бывало, даже орал на кого-то. Что там было, какие там были страсти, но... Ладно, главное, что все получилось, главное, что 190 мы сделали. Можно было постараться сделать 200, можно было ускориться последний час, можно было. Но я затупил. Понимаете, когда долго-долго идешь к цели. 190. Ну, я на ней остановился, в общем, все. В общем-то, как-то так. Огромное спасибо, друзья, команде моего пункта питания. Спасибо Семену, спасибо Саше огромное. Саша именно меня вытаскивала в переломный момент, заставляла бежать. Я думаю, ты это посмотришь, это видео. Без своего пункта питания, я думаю, не получилось бы. Ну и, конечно, поддержка друзей. Это очень важно. Все. Я до сих пор не могу отойти. Очень-очень все болит, очень тяжело. С каждым разом становлюсь все серьезнее и серьезнее. Безобразие. В кого я превращаюсь? И тем не менее, буду продолжать тренироваться. Еще, может быть, где-нибудь в этом году пробегусь. Но пока забегов не будет, потому что пока просто не на что выезжать, друзья. Вот. Пока слишком много долгов накопилось. Слишком много. Но, может быть, буду снимать видосики тут у себя в Перми. Почему бы нет? Простые тренировочки, может быть, куда-нибудь сбегаем. Посмотрим. Все. Давайте все завязываем. Наболтал уже, фиг знает сколько. Всем спасибо. Спасибо тому, кто поставит лайк отдельный. Спасибо тому, кто напишет комментарий под это видео. И спасибо, друзья, за то, что вы меня поддерживаете всем. Всем, кто за меня. Благодаря вашей поддержке хочется покорять новые высоты. Реально, спасибо всем. Ладно, все, уже руки трясутся. Заволновался. Ладно. Занимайтесь спортом. Бегайте, несмотря ни на что. Счастливо. Пока.